В этом видео я расскажу пошагово, как активировать себе аватаров. В системе дарения GiftPool к вашему основному аккаунту доступно 3 дополнительных места в очереди, то есть аватара. Как их получить? Рассмотрим алгоритм в целом, потом каждый шаг в отдельности. Первое. Нужно нажать плюс рядом с иконкой основного аккаунта. Второе. Определиться с количеством аватаров, которых вы планируете активировать. Третье. Скопировать адрес кошелька, куда будете переводить за них USDT. Четвертое. Перевести на этот адрес нужное количество USDT. Вот и все. Аватары скоро будут доступны у вас в кабинете. Теперь рассмотрим каждый шаг в отдельности. Нажмите «плюс» рядом с иконкой основного аккаунта. Выберите, сколько аватаров вы будете активировать. Можно купить 1, 2 или сразу все 3 аватара. Предположим, вы выбрали активацию сразу 3 аватаров. Это значит, нужно перевести за них $21 в USDT. Для этого копируйте адрес кошелька и USDT, просто нажав кнопку «Копировать». Далее вы переводите $21 USDT на тот адрес, который скопировали. Вы можете воспользоваться для этого любым кошельком или биржей. Главное, чтобы там поддерживался USDT в сети TRC20. Обязательно учитывайте комиссию сети и отправляйте столько, чтобы дошла ровно та сумма, которая требуется. После отправки пройдите в свой личный кабинет и нажмите кнопку «Подарок отправлен». Вот, собственно, и все, как видите, ничего сложного. Аватар в этом проекте – это очень крутая фишка, которая позволит вам получать гораздо больше подарков, так как вы будете продвигаться параллельно в нескольких очередях одновременно. Проект только стартовал. Присоединяйтесь к нашему сообществу, ведь нас ждут поистине грандиозные новшества и безграничные возможности.